Вообще-то я телец. По году быка. Ну и по месяцу. Но хотел бы быть зверюгой, драконом таким. Автоград дает мне такую возможность вместе с Полярисом, драгом. За нами какое-то потрясающее безмолвие снежное. Да, и глубина снежного покрова. Между прочим, почти полметра. А что нам позволяет так ехать? А нам позволяет ехать... А спортивный такой снегоходик. Вот. Всю жизнь мечтал, но теперь прокатился. 700 кубиков. 140 лошадиных сил. Двухтактный двигатель. Да, ну, естественно, инжектор. Естественно, водяное охлаждение. Да. Что тут есть? Вообще, вот на таком снегоходе так и надо ездить. Ну, скажем честно, снегоход – это не вездеход, я уже вам как-то говорил. Да. Возникают некоторые проблемки, знаете, с путешествием. Но для того, чтобы вы спокойно ездили на спортивном снегоходе, во-первых, он, естественно, одноместный. Ну, для экстрима. И у вас должно быть вот здесь, ну, достаточное количество серого вещества. Потому что перевернуть его 3 секунды дело. Поэтому путешествуем стоя и сохраняя, скажем так, балансируя. Естественно, я бы мог сейчас пролететь и под 170, вот это позволяет агрегатик. Ну, вы только что видели, да? Но не желая угробить свою дорогущую камеру и свою ненаглядную супругу, я все-таки поаккуратнее. Ну, вот сейчас вот не спеша. Что еще здесь есть-то? Вот. А, вот, есть тут вес 218 килограмм. Ну, естественно, для того, чтобы... Вы если застрянете, то сможете его вытащить. Хотя застрять с гусянкой на 155 с такими вот зацепами, я не знаю, как это возможно. Теперь что касаемо. Почему такое случилось и что делает Автоград? Автоград... делает такую распродажу. Что за распродажа? И сколько такие снегоходы стоят? Он, кстати, дешевле, чем 10 тысяч евро. И чуть дороже, чем 10 тысяч долларов. 350 тысяч рублей. Финальный дискаунт, финальный сейл. Ну, по такой цене вообще, как бы, снегоходы брать надо и не думать. Все очень просто. Больше такого не будет никогда. Вот. А Полярисы, Полярисы, это вещь, которая мне всегда нравилась. Вот. Что там еще есть в Автограде? Есть водный мотоцикл. Сколько времени вы можете жить с Автоградом, ну и грамотно эксплуатировать вот такую технику? А я вам скажу, сколько времени. Так, если ее не разбивать, а эта техника, вот эта грамотная техника, укомплектована еще и спортивными тюнинными амортизаторами, то, лет на 10 легко. Вот. Разумеется, все это можно купить в кредит. Вот, теперь цена вопроса по соотношению к удовольствию. Ну, редкое удовольствие. А цена вопроса это китайский автомобиль. Это же Америка, это Полярис и это Автоград. Так что, ребятки, блин пасхальный, просто кайф какой-то. Удовольствие не передать словами.